9 июня, по прогнозам синоптиков, в нашем регионе сохранится прохладная и дождливая погода. В Сарове утром плюс 8, днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов тепла. Ночью плюс 4, ветер западный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В Нижнем Новгороде в течение дня пройдут дожди. Утром плюс 8, днем столбики термометров поднимутся до плюс 12, ночью плюс 6. Ветер западный до 5 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В столице также велика вероятность осадков утром плюс 7, днем до 12 градусов тепла, ночью плюс 5. Ветер северо-западный 4,7 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.